Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами снова я, не первый, но не последний, московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице, мои хорошие, 21 марта. 2018 год. Очко. И несмотря ни на что, я снова плюнул на всех и на все, взял себя в руки, оделся, собрался и поехал снова за покупочками. Знаете куда, мои хорошие? Фирменный магазин Микоян за мясными деликатесами. И я уже только что, мои хорошие, приехал домой, и сейчас хочу с вами поделиться, мои хорошие, своими покупочками, которые я там только что на Микояне совершил. Ребятушки, у меня сегодня была такая цель поехать туда, на Микояновский мясокомбинат, фирменный магазин, для того, чтобы снова купить студень мясной, но только... традиционный, он подороже, где-то там плюс-минус на 5 рублей с килограмма. Ой, прошу прощения, с батончика, в котором 500 граммов. Но в прошлый раз я брал это самое студень у них, оригинальный, с морковкой. Если честно, он не особо, конечно, если сравнивать вот с таким вот, с традиционным. Да, этот дороже где-то на 5 рублей, но он без морковки, и за счет этого здесь больше, соответственно, мяса. Ну, а так и тот тоже хороший. Все, в принципе, вкусное, но этот вообще просто отличный. Пальчики оближешь. И вот я думаю, блин, ехать, не ехать, а будет он там или не будет. Приехал, народу много-много, очередь, и я смотрю, ребятушки, лежит красавец. Вот он. Лежит, лежит красавец, лежит. Вы представляете, лежит. И этот лежит традиционный, и рядом оригинальный. Но я сразу же, у меня глазки упали вот на такой вот. Ой, вообще обожаю. Мы с Ленкой, я со своей подругой, с девушкой, обожаю просто-напросто этот студень. Но хочу вам сразу же, ребятушки, мои хорошие, сказать, когда будете кушать, будьте все равно предельно осторожны. Попадаются, бывают изредка, маленькие косточки, поэтому будьте осторожны. Так, и что я хочу сказать, ребятушки. Купил я, значит, этот студень традиционный, вы не поверите. Цена пока такая же, да. За один батончик, в котором 500 граммов, полкило составляет, за одну штуку, естественно, ровно 87 рублей. Но я хочу сказать, это потому что акция 20%, а так он очень и очень дорогой. И эта акция у них написана, то, что она ограничена. Но я не знаю, уже в принципе она уже давно у них в принципе действует, но имейте это в виду, намотайте себе на ус, а то вы меня все время из-за зависти ваш черный подкалываете, что, дескать, я покупаю все самое дешевое, дешманское. Вы просто-напросто мне все завидуете. То, что я покупаю такие вещи, это самое по хорошей цене, со скидочкой, а вы покупаете там у себя всякое дерьмо по очень дорогим ценам. И поэтому вас всех душит черная зависть, жаба грудная. И вот вы заходите ко мне на канал и начинаете здесь в комментариях изливаете вы свой негатив, пишите мне всякие оскорбления, провокации, унижения. Да мне, если честно, на вас тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, с большой высокой колокольни, и никогда, мои хорошие, по-вашему не будет, будет только все, только по-моему. И поэтому, ребятушки, я сразу же, не раздумывая, мои хорошие, сразу же, не раздумывая, купил таких целых, вы не поверите, 4 батона. Ну, давайте я вам сначала покажу как, состав, составчик. Во-первых, ребятушки, студень этот очень и очень свежий. Вот сами посмотрите. Кому интересно, поставите это на паузу, можете поставить и почитать. Сделали 19 марта. То есть вообще просто, вообще свежайший просто. Видите, позавчера его сделали, мои хорошие. И очень хороший состав. Правда, здесь нифига не видно, поэтому
На улице уже темно. Ладно, а это, в принципе, нам и не обязательно. И не обязательно. Купил целых 4 батона по полкило. Батончик здесь ровно полкило. И цена вот за один батончик составляет, я уже сказал, 87 рублей. Ясно, да? Вот, смотрите, раз батончик, ребятушки. Два батончика, видите? И обратите внимание, всегда железочки здесь присутствуют. Я никогда не прошу, чтобы их обрезали. Потому что хоть вы и говорите, что я бомж, а видите как, сколько я уже денежек лишних выкинул. А если бы я железочки бы эти все бы обрезал бы там в магазине, конечно, с меня бы взяли бы денежку поменьше. Но я человек не бедный, поэтому как бы и так хорошо. Зато это туда всякая грязь не попадет, правильно? Вот, видите, да, 4 батона я купил вот такого вот замечательного студня. Это не реклама, это просто мое мнение и мой вкус. Очень вкусная вещь. И цена, еще раз повторюсь, этот студень стоит 87 рублей. Умножаем на 4 батона. Общая сложность уже у нас получается ровно 2 килограмма чистого мяса. И получаем вот за эти 4 батона цену, которая составила 348 рублей ровно. Вот, за эту красоту я отдал 348 рублей. Так, дальше, мои хорошие. Мои хорошие, снова я купил там, Ленка моя очень любит, ветчина называется Владимирская, вот, продукт из мяса птицы, вареный продукт, охлажденный. Вот, видите, целый батон я купил, очень и очень свежее, сделали 18 марта 2018 года, а годен до 17 мая 2018 года. В этом батончике 1 килограмм 612 граммов, видите, какой здоровый батончик. Вот, видите, здесь, как всегда, железочки, видите, да, мои хорошие? Цена за килограмм этой замечательной ветчины составляет плюс-минус 223 рубля с копейками. У меня здесь, ребятушки, еще раз повторюсь, 1 килограмм 612 граммов. Так, 1 килограмм 612 граммов. Умножаем на цену за килограмм и получаем. Вот за этот батон я отдал ровно 344 рубля. Ясно, да? 344 рубля. Я купил один батон, потому что он очень большой. Можно даже этим батоном дать по башке хейтеру или троллю. Так что завидуйте, хейтеры, в носовой, нестиранный, грязный, мятый, с козявочками платочек. Новый вкус. Владимирская ветчина. Мясо российское, только охлажденное. Так, мои хорошие, убираем эту ветчину в холодильничек. Так, дальше, мои хорошие. А, как известно, вы, наверное, уже все знаете, что очень славятся сырокопченые колбасы, славятся микояновские. Они очень всегда вкусные, хорошие. И поэтому, ребята, каких там только колбас не было. Разные ценовые категории, разные были названия: филейная, праздничная, кремлевская, чайхана, белорусская, еще какая-то, ну много всяких. Все и не перечислишь. И самая дешевая была у них там сырокопченая колбаса, белорусская. Она стоит где-то там 400 с чем-то рублей, около 500 рублей. Ну, самое дешевое, а там уже пошли 500, 550, 600, 650, 700 и так далее и тому подобное. Но я купил среднюю колбасу ближе даже к дорогой. Очень хорошую в этот раз, дорогую престижную колбаску. Вот такую вот, которая называется, ребятушки, вы не поверите, колбаса сырокопченая, называется «Золотой стандарт». Золотой стандарт. Видите, какая колбаса престижная. И это самое. И что я хочу сказать, это почему я ее сегодня купил, раскололся. Она очень дорогая, потому что, вот посмотрите, она получила награду, кубок, видите, товар года. Но, правда, в 2011 году. Но это не важно. Факт тот, что золотой стандарт, это очень дорогая, хорошая, престижная колбаска. Вот. Должна быть очень вкусная. И тем более она хит продаж. То есть ее всегда люди разбирают. Тоже мясо российское, только охлажденное. Вот такая вот колбаска. Я целый батончик взял. Видите, даже специально она хотела веревку продавщица эту обрезать, отрезать. Я сказал: женщина, не нужно. Вот, видите, так что вот такой вот я бомж. И специально я оставил эти железки, клипсы. Так что завидуйте молча в тряпочку. Так, и что я хочу сказать, мои хорошие. Цена вот за эту колбасу
престижную составляет за килограмм, естественно, очень дорого. А, знаете, сколько за килограмм? 529 рублей. У меня в этом батончике, мои хорошие, так, 664 грамма. Еще бы 2 грамма, и тогда бы эта колбаса бы весила бы 666 граммов. Мое любимое число, оно всегда меня преследует. Но здесь, в этом батончике, 664 грамма. Так, умножаем на цену, которая составляет за килограмм 529 рублей ровно. И получаем, вот за этот батон я отдал 351 рубль 26 копеечек. Ясно, да? Я купил один батон, хотя хотел побольше понабрать. Ну, в следующий раз понаберу. И колбаса, я хочу сказать, не жесткая и не мягкая, такая, какая и должна быть. Такая хорошая. Такая, ну, довольно-таки мягенькая, да, хорошая колбаска. Вот. Сейчас я вам поближе покажу мои хорошие. Мои хорошие, кому интересно, вы можете поставить на паузу, мои хорошие, и почитать, и почитать. Колбаса «Золотой стандарт». Очень хороший состав. На первом месте идет свинина, шпик. Но она и стоит хорошо. Я бы мог купить, вон, в Ашан поехать, да какую-нибудь дешевую сырокопченку купить. Например, от каждый день. А я взял, видите, какую дорогую, престижную колбаску. Так что завидуйте, завидуйте в тряпочку. Хейтеры неблагодарные. По-вашему никогда ничего не будет. Будет только все только по-моему. У меня такой характер же, это железный, стальной. Тем более я русский, вот. А русские не сдаются. Русские всегда идут вперед. Собаки лают, а караван идет. Собаки лают, а караван идет. Собаки лают, а караван идет. Вот я и живу по такому же принципу всю жизнь. Иду всю жизнь по воде. И никого никогда не слушаю, никого никогда не боюсь. Того и вам советую. Так что вот такая вот колбаска. Завидуйте, завидуйте в тряпочку. Ой, у меня уже слюнки текут, ребятушки. Вот такие вот у меня сегодня были, в принципе, покупочки, да, престижные опять. Итого я сегодня, 21 марта 2018 года, на Микояновском мясокомбинате в фирменном магазине потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 1043 рубля 72 копеечки. Наличными я дал 1500 рублей ровно, а сдачу мне дали 456 рублей 28 копеечек. Вот такой вот я бомж. Ну а на этом все. Не забывайте, мои хорошие, подписываться на мой канал. Не забывайте ставить пальчики кверху, то есть лайки. Да-да-да. Также не забывайте ставить пальчики к низу, то есть дз-дз. Сейчас же идет у нас весеннее обострение, у вас у всех едет крыша, у вас все не так хорошо с головкой, поэтому ставьте больше дызов. А вы лишний раз доказываете свою тупость, и я понимаю, что вам от этого легче, поэтому ставьте больше дизов, глядишь, вы и на лекарствах сэкономите, вам и не нужны будут лекарства, вы мне диз поставите, и вам уже как бы легче становится на душе. Ну, как вот таблеточку, душевно больной человек выпит таблеточку успокоительную, и ему сразу же легче. Так же и вы такие же, точно такие же. Вы сразу же прям, я еще не успел видео с ограниченным доступом сделать в открытый доступ, чтобы его опубликовать. Вы уже сразу же ждете, как мухи на эту самую, на коровью лепешку, которая корова покакает в поле, и вот мухи сразу же берутся. Так же и вы, только я видео делаю в открытый доступ, вы сразу же откуда-то беретесь, как эти блохи, и сразу дыз ему, дыз, дескать, я буду плакать. Ой, ну вообще, как же мне вас, ребятушки, жалко. Как же мне вас жалко. Но на этом все, мои хорошие. Пусть у вас все будет хорошо. Здоровья вам желаю, счастья, долголетия, побольше ума в новом году. И пусть у вас все будет хорошо. Но на этом все. Пока. Пока, пока. Тфу на вас.